Уже завтра открывается 4-й Ялтинский международный экономический форум. Из Чувашии туда отправится большая делегация. Это представители правительства и бизнес-кругов. Им есть что обсудить с коллегами из Крыма. Наши регионы сотрудничают по ряду направлений. Об одном из них Ольга Пырочкина. Раз, два, три. Оп. 2015 год. Крым периодически остается без света. Украинские власти устраивают полуостровую энергоблокаду после его вхождения в состав России. Это улица Ракетная. Она в кромешной тьме. Чтобы обеспечить новым регионам энергетическую независимость, потребовалось построить новые линии, подстанции, обновить оборудование. К этому процессу подключились предприятия электротехнического кластера Чувашии. Так, распределительная подстанция компании «Промэнерго» теперь снабжает электроэнергией центральную часть одного из крупнейших городов Крыма. К нам поступили предложения. Это предложение было нами изучено и было принято решение, подписан договор об изготовлении подстанции «Набережная» в городе Симферополе. Это наши новейшие разработки. Это унифицированные и модернизированные подстанции. Сейчас электроснабжение налажено, но работа наших предприятий в Крыму продолжается. К примеру, «Промэнерго» поставляет на электротехнические объекты полуострова новейшие вакуумные переключатели. Ими заменяют устаревшие масляные. А в перспективе организовать производство прямо на месте. В настоящее время у нас, я бы сказал, углубляется и расширяется сотрудничество с Крымом. Мы сегодня работаем по открытию на территории города Севастополя предприятия, которое стало бы заниматься изготовлением под нашим, конечно, контролем такого электротехнического оборудования. Впереди форум, а значит, вероятно, и новые контракты. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.